В Тверскую область пришла первая в этом году оттепель и, как следствие, сильная гололедица. При этом синоптики предупреждают, что снегопады еще вернутся. А власти областного центра отмечают, что находятся в максимальной готовности. Тротуары убирают около 120 дворников. Особое внимание уделяется обработке пешеходных переходов, остановок, а также подходам к социально значимым объектам. Что касается песко-соляной смеси, то ей посыпают в первую очередь опасные участки дорог, а также заезды на мосты и путепроводы. Что касается техники, то речь идет о более чем двух десятках единиц, которые готовы встретить новую порцию осадков. В настоящее время на линии работает более 25 единиц техники. Это коммунальные дорожные машины, трактора для прочистки тротуаров и грейдеры и погрузчики для вывоза снега. В условиях продолжения выпадения осадков в ночной период также будет продолжаться активная обработка проезжей части в целях предотвращения образования скользкости.